Добрый вечер, в эфире телеканала ЖТСУ. Время новостей. С вами Азат Джумаханов. И сурдоперевод обеспечивает Марат Джумабеков. Смотрите сегодня. Стабильная обстановка. На 5 марта в Казахстане не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией. Новое производство. Самые востребованные на рынке строительные материалы будут производиться в областном центре. Север зовет. В Карасайском районе прошла межрегиональная ярмарка вакансий. В период с 1 по 4 марта текущего года через пункты пропуска государственной границы в Казахстан из всех стран прибыло более 1 миллиона 700 тысяч человек. Большая часть из них из стран ЕАЭС. Ситуация на 5 марта остается стабильной. По Казахстану не зарегистрировано ни единого случая заражения коронавирусной инфекцией. Информация, набирающая популярность в мессенджерах о проникновении коронавируса в страну, является фейковой, сообщили в Минздраве. Ведомстве отметили, что любое распространение заведомо ложной информации несет за собой ответственность, согласно действующему законодательству страны. Просим граждан верить лишь официальным источникам, дополнили в Минздраве. Сейчас на всех приграничных пунктах страны идет усиленный контроль. Ситуация находится на контроле правительства. Карантин на 14 дней с изоляцией в помещениях, определенных местными исполнительными органами, лиц, прибывших из стран категории А1, с момента последнего посещения которых прошло не менее 14 дней. В эту категорию входят такие страны, как Китайская Народная Республика и Исламская Республика Иран. Подчеркну, это за исключением официальных и правительственных делегаций, а также владельцев служебных и дипломатических паспортов, пилотов авиакомпаний и членов экипажей локомотивных бригад, лиц, связанных с перевозочной деятельностью на железнодорожном транспорте и водителей, осуществляющих международные автомобильные перевозки грузов. Для этих лиц наблюдение медицинскими работниками путем обзвона по месту пребывания. Коронавирус не пройдет. На территории Алматинской области создана межведомственная комиссия с целью предупреждения завоза и распространения коронавирусной инфекции. В регион с рабочим визитом прибыла комиссия во главе с главным государственным санитарным врачом страны Жандарбеком Бекшиным. Комиссии проведена оценка готовности таможенных постов Нуржоле, Алтынколь, МЦПС, Харгос, Достек и медицинских организаций Алакольского, Уйгурского, а также Панфиловского районов на случай регистрации больных коронавирусной инфекцией. Медицинские организации региона обеспечены необходимыми лекарственными препаратами и средствами защиты против вируса. Для больных с температурой функционируют специальные фильтры. Руководители и заместители медицинских учреждений, инфекционисты, эпидемиологи, медработники скорой помощи и приемных покоев прошли специальное обучение. На сегодняшний день для области приобретены средства индивидуальной защиты на общую сумму 28 миллионов. На сегодняшний день выявления коронавирусной инфекции нет. Мы уже на примете имеем объекты медицинской организации, где мы можем развернуть на 100, по 100 коек, по 80 коек. То есть если вдруг понадобится необходимость в разворачивании этих коек, то есть эти объекты у нас уже есть. Лекарственные средства на сегодняшний день имеются в достаточном количестве, средства индивидуальной защиты тоже имеются, то есть мы на сегодняшний день имеется полная готовность. Вам нужна работа, нам нужны рабочие руки. В Карасайском районе прошла региональная ярмарка вакансий. Особенность ее в том, что вакансии открыты в северных регионах Казахстана. В общей сложности работодатели четырех областей предлагают более 4500 рабочих мест. Вакансии представили работодатели Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Костанайской и Павлодарской областей. Также в мероприятии приняли участие руководители центров занятости каждого района Алматинской области. Жителям, находящимся в поиске работы, объяснили принципы программы добровольного переселения из Алматинской области в северные и восточные регионы с обеспечением трудоустройства и арендного жилья в рамках государственной программы «Енбек». Сегодня приехали сюда на ярмарку вакансий для того, чтобы пригласить население к нам в Павлодарскую область. Это в нашем районе
проживает 12 тысяч человек. Как видите, малочисленное население у нас. Мы приехали с целью отобрать для себя, пригласить к нам в Ахтубинский район врачей, учителей, механизаторов, агрономов, водителей, бухгалтеров. Вот такие специальности нам нужны. Павлодарская область одна из первых внедрила программу «Нурлу Иртыс». То есть на сегодняшний день по этой программе очень активно строится новое жилье, специально для переселенцев. Государственная поддержка для желающих переехать в северные и восточные регионы включает в себя предоставление материальной помощи на каждого члена семьи для переезда, возмещение расходов по аренде жилья, предоставление служебных жилищ и содействие в трудоустройстве и предпринимательской инициативе. В ярмарке вакансий приняли участие более 900 работодателей. По словам специалистов, наиболее востребованы в труднодефицитных регионах медицинские работники, учителя, специалисты с техническим образованием. В прошлом году стал участником госпрограммы. Переехал из Тараза работать в Северо-Казахстанскую область. Работал я 7 месяцев и, видимо, хорошо себя показал. Повысили до должности заместителя директора в ТОО «Агро-2020». Я советую присмотреться всем, кто в поисках работы. Это хорошая возможность. Можно переезжать даже с семьей. Стоит отметить, в 2019 году из Алматинской области в северо-восточные регионы самостоятельно переехали 515 семей с общей численностью 1812 человек. Из числа трудоспособных граждан переселившихся семей трудоустроены около 600 человек. В текущем году данная работа продолжается. Аделя Кжаркенова, Ерболат Антелов, телеканал «Жетсу». Самые востребованные на рынке строительные материалы теперь будут производиться в Талдыкургане. Цех по производству металлочерепицы для кровли открылся при поддержке фонда финансирования предпринимателей «КазАгрофинанс». Открыть новое производство в Талдыкургане предприниматель Муслим Тулебеков планировал давно. Именно в этом городе, да и в целом в крае ЖТСУ, активно ведется строительство жилья и различных объектов. Как следствие, спрос на кровельные материалы должен быть. К осуществлению планов приступил сразу и за короткое время запустил цех. 2019 года, когда в городе Талдыкургане и по области сделал анализ по поставкам металлочерепицы, оказалось, что в основном люди, все заказчики заказывают через Алмату и ждут неделями. Бывает 2 недели, бывает 3 недели на изготовление, на поставку. А тут я решил, что этот станок должен прокатывать здесь, в городе, в Талдыкургане, и работать на область также. 90% необходимого оборудования для производства уже завезено из Китая. Сырье доставляется из России. Первая партия металлочерепицы и профнастила высокого качества уже выпущена и ждет своего хозяина. В целом в день здесь могут заготавливать 3000 квадратных метров профиля. Параллельно функционирует и мебельный цех. Здесь уже есть крупные заказы. Открытие производства позволило создать 5 новых рабочих мест. С расширением производства будет увеличено и количество работников. Мы планируем через центр занятости подать заявку и набрать 5 работников. Это первые 2 работника уже есть здесь. Сейчас 3 работника мы рассматриваем, так как по категории не подходит на производственное оборудование. Заявку подали, мы наберем по плану 5 рабочих мест. Область растет, область развивается. Для нас это будет, для предпринимательской деятельности это будет трамплин. В Алматинской области успешно реализуется программа «Еңбек», которая направлена на продуктивную занятость и развитие массового предпринимательства, в рамках которой в прошлом году около 2500 человек смогли открыть свое собственное дело. Столько же было создано новых рабочих мест. Выделено порядка 6 миллиардов тенге кредитных средств с низкой процентной ставкой. Муслим Толебеков, индивидуальный предприниматель «Профи АС», к нам обратился в конце прошлого года. Одобрен его бизнес-план и выделено 12 миллионов тенге. Здесь самое главное внимание будет уделено качеству, при этом цена будет приемлемая. В этом году увеличен объем предоставляемой финансовой помощи. Желающим осуществить свою давнюю мечту, как индивидуальный предприниматель «Профи АС», фонд предоставит стартовый капитал и даже покажет пустующую нишу предпринимательской деятельности региона. Гульназ Мустафа, Ержан Дюсен, Жайх Курманбаев, телеканал ЖТСУ.
До 1 апреля текущего года все жители страны считаются условно застрахованными. Они могут беспрепятственно получать врачебную помощь, которая полагается им в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования. Но после 1 апреля все изменится. В этот период гражданам необходимо определиться со своим статусом застрахованности и стать участником новой системы. После завершения льготного периода незастрахованные пациенты будут продолжать получать медпомощь только в рамках гарантированного объема. Остальные услуги на платной основе. На сегодня в Алматинской области наблюдается рост консультативно-диагностических услуг и компьютерной томографии, а также магнитно-резонансной томографии более чем на 50%. Вместе с тем появились у врачей определенные трудности. Многие хотят, минуя участкового врача, минуя профильных специалистов, без направления пойти с профилактической целью, там бывают разные моменты, и пройти данные услуги. То есть вот такие проблемы были у нас. Но мы объясняем постоянно, у нас колл-центр есть, мы постоянно выезжаем в те районы и объясняем, то есть, пациентам, медицинским работникам, что обязательно, то есть, должно быть направление для получения вот КТ, МРТ услуг. Мы продолжаем наш выпуск. Смотрите далее. Прекрасная половина человечества принимает поздравления. В ряде организаций Алматинской области проходят мероприятия, приуроченные Международному женскому дню. За заслуги. Сертификат на 1 миллион тенге вручен молодому преподавателю в Талдыкургане. Герой нашего времени. Персональный военный парад для ветерана Великой Отечественной войны инициировали в Вилийском районе. Трех талдыкурганских женщин наградили медалями «Алтын жүрек» в канун международного праздника 8 марта за особые заслуги в воспитании и образовании подрастающего поколения. Сотрудницы детского дома «Айналайын» и женщина-меценат удостоились почетных наград председателя Союза ветеранов афганской войны Алматинской области. Решение о вручении медалей было подписано депутатом Мажилиса парламента Республики Казахстан Бакытжаном Яртаевым. Во время торжественного мероприятия прозвучали слова признательности в адрес женщин-матерей и был отмечен их безусловный вклад в формирование и реализацию в государственной программы развития страны. Было неожиданно, вот я тоже получила медаль в сердце. Она жюрега, это перевод сердца матери. У меня тоже трое детей воспитываю. Я всех женщин поздравляю с этим очень весенним прекрасным праздником. Всем желаю здоровья, чтобы дети не болели. Самое главное, чтобы были все живы, здоровы. Бабушки, тети, сестры, все. В преддверии весеннего праздника наших милых женщин, мы, воины-афганцы, сегодня поздравляем всех женщин нашей республики с этим замечательным праздником. Особенно нам очень близок этот детский дом «Айналайын», потому что там растет наше будущее. И наши женщины, наши матеря, наши сестры вкладывают действительно огромный труд в это дело. ЖТСУ без Бергемес, ветеранов Великой Отечественной войны, многодетных матерей, а также лучших работниц соцсферы поздравили с Международным женским днем. Неожиданный подарок представительницам прекрасного пола сделали работники молодежного ресурсного центра Алматинской области. Подробности в следующем материале. Первым делом инициаторы акции ЖТСУ без Бергемес поздравили ветерана Великой Отечественной войны, легендарную Алтынайыс Болатову. Пара в запасе, сейчас 98 лет. Несмотря на преклонный возраст, она пребывает в отличном расположении духа. Активисты поздравили пенсионерку и пожелали долгих лет жизни. Спасибо большое, что пришли, поздравили меня. Я так счастлива. Пользуясь случаем, и я хотела бы поздравить представительниц прекрасного пола с нашим собственным праздником. Будьте счастливы, не болейте, цените себя. Осчастливили активисты многодетную мать Маржан Шалгабаеву. Женщина одна воспитывает пятерых детей. Старшему 12, младшему нет и года. Живет семья лишь на адрес на социальную помощь в размере 120 тысяч тенге. Спасибо большое, что осчастливили нас. Мои дети так рады. Они сияют от счастья. Я, если честно, не ожидала. Вы устроили для нас настоящий праздник. Мы благодарны вам.
Не оставили без подарка и молодого преподавателя Шинар Ерекзе. Она учитель средней школы имени Шокана Уалиханова в поселке Карабулак. Стаж работы 6 лет. За этот, казалось бы, небольшой срок она уже зарекомендовала себя хорошим специалистом. Ее ученики – победители областных и республиканских олимпиад и соревнований по казахскому языку. Акция «Жетусу біз біргеміз» была инициирована нашим управлением. Мы хотим сделать приятное нашим дамам в их праздник. Думаю, нам это удалось. Хотелось бы поблагодарить волонтеров и спонсоров, которые нам помогают. Вместе, общими усилиями, мы в силах сделать людей счастливыми. Всего в этот день сотрудники молодежного центра поздравили порядка 6 представительниц прекрасного пола. Радовать женщин активисты намерены вплоть до 8 марта. Дамир Анитов, Ержан Дюсен, телеканал ЖТСУ. Сертификат на 1 миллион тенге вручен молодому преподавателю. В стране немало педагогов, принимающих активное участие в делах профсоюзной организации работников образования и науки Алматинской области. Их деятельность не остается без внимания. В преддверии Международного женского дня профсоюз работников образования региона поздравил представительниц прекрасного пола из числа преподавателей высших, средних и дошкольных учреждений, а также выразил признательность ветеранам образования и молодым учителям за благородный труд, отметив их вклад благодарственными письмами и нагрудными знаками Казахстанского профсоюза работников образования. Преподаватель Талдыкурганской средней школы номер 14 Макпал Алимбатырова получила сертификат на 1 миллион тенге для улучшения жилищных условий. Кульминацией торжественного мероприятия стало выступление солистки Алматинской областной филармонии имени Суюмбая Бахытгуль Абеновой. В этом году стал очень важным для учителей, потому что был принят закон о статусе наших педагогов, которые многое наряду с повышением их статуса и обязывает трудиться еще лучше в воспитании подрастающего поколения. КМБ Республики Казахстан провел спецоперацию по пресечению поставки огнестрельного оружия и боеприпасов из России, передает закон КИЗ. По информации пресс-службы ведомства, 27 февраля в ходе проведения спецоперации с привлечением сил и средств службы специального назначения КМБ и спецподразделения «Орлан» Департамента полиции участники транснациональной преступной группы были задержаны. Всего в ходе многоэтапной оперативной разработки органами национальной безопасности у организаторов контрабанды оружия изъяты 11 пистолетов Макарова и более 1300 патронов к ним. Сейчас проводится досудебное расследование. Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы. Воспитатель детского санатория «Чайка» в Актобе избивала ребенка полотенцем. Видео появилось в социальных сетях. В учреждении никаких условий. Дети лежат на полу. Собственно, все это видно на видео. Прошу принять меры компетентных органов, говорит автор ролика. Сейчас по данному факту отделом полиции номер 4 Алматинского района начато досудебное расследование по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Проводится расследование с целью установления наличия и тяжести телесных повреждений. Честь и хвала победителям. Персональный военный парад для ветерана Великой Отечественной войны Кучерхана Алимбаева провели в Вилийском районе. Участие в мероприятии приняли более 100 военнослужащих в войсковой части 2177. Торжественным маршем они прошли по улице, где проживает фронтовик. Подробнее в материале Ануара Мангельдинова. Боевой путь Кучерхана Алимбаева начался в 1942 году на Западном фронте в городе Сухиничи. На тот момент 17-летний парень добровольно отправился на войну. Ветеран является участником одной из самых переломных битв – Курской дуге. Также он сражался за освобождение Смоленска, Брянска, Орла, Харькова, Пскова, Тулы и Риги. Победу Кучерхан Алимбаев встретил в госпитале Кёнигсберге. За всю войну он получил 4 ранения. Я сам пришел в военкомат. Никто мне повестку не присылал. Чувствовал, что это мой долг – защищать свою страну. Если надо, было бы отдал жизнь. На фронте я был пулеметчиком, минометчиком и даже разведчиком. На родину вернулся в феврале 1946 года. Война – это страшное явление. Желаю, чтобы такого события больше не случалось. В настоящее время 94-летний Кучерхан Алимбаев проживает в Вилийском районе. В поселке Боралдай он единственный оставшийся в живых ветеран. Поэтому отношение у местного населения к нему особое.
особые. В знак особого почтения военнослужащие войсковой части 2177 провели мини-парад. Более 100 военнослужащих под звуки оркестра прошли торжественным маршем перед Домом Героя. Уважение подвигам Кучерхана Алимбаева выказали и местные учащиеся. Они провели генеральную уборку придомовой территории. Без внимания этот человек никогда не остается. Ну вот у нас компания «Кармовик» практически постоянно помогает. Индивидуальный предприниматель, ну это небольшие магазины, хозяева, руководители постоянно помогают. То есть продуктовые наборы, да, в денежном плане тоже это обязательно. Вот. То есть без меня не остается. В настоящее время в Илийском районе проживает 5 участников Великой Отечественной войны. По словам местных властей, в честь каждого фронтовика проведут подобного рода мероприятия. Ануар Амангельдинов, Айдос Калиев, телеканал ЖТСУ. В четверг утром Всемирная организация здравоохранения сообщила, что всего за сутки коронавирусом заразились еще свыше 2200 человек. Общее же количество инфицированных перевалило за 95 тысяч. Также только за пределами Китая были зарегистрированы свыше 200 летальных исходов. В ЕС большая часть смертей от COVID-19 приходится на Италию, где с четверга и по 18 марта правительство распорядилось закрыть все школы и все университеты. Тысячи мигрантов не оставляют попыток прорваться на территорию Евросоюза через турецко-греческую границу, для охраны которой Афины направили дополнительные силы. На видеозаписи, предоставленной греческими властями, турецкие военные запускают газовые гранаты на греческую сторону границы. Дата съемки пока не уточняется. С турецкой стороны были продемонстрированы кадры, на которых запечатлены мигранты вблизи границы, уносящие на одеялах раненых. Как отмечают наблюдатели, сложившаяся на границе напряженная ситуация нуждается в срочном разрешении. По меньшей мере 4 человека погибли и сотни пострадали в результате мощнейших наводнений в штате Рио-де-Жанейро в Бразилии. Разрушены десятки жилых домов. В некоторых постройках уровень воды превысил 100 сантиметров. Повреждены автомобили. Власти и коммунальные службы находятся в состоянии боевой готовности. По прогнозам синоптиков, осадки ожидаются не только в Рио, но и на юго-востоке страны. В Талдыкургане стартовал чемпионат регионального командования «Онтестек». В нем участвуют бойцы Национальной гвардии Республики Казахстан по рукопашному бою. Более 100 спортсменов из южных регионов страны сошлись на татами за право выступить на первенстве страны. Армейский рукопашный бой в Казахстане уже давно обрел свою популярность. И такие соревнования проводятся регулярно. Все эти бойцы лучшие в своих частях. Они прошли отбор у себя на родине. Всего принимают участие 10 команд из 6 регионов страны. Данные соревнования у нас посвящены 17 погибшим воинам, погибшим на таджикско-афганской границе. На данных соревнованиях мы отбираем самых лучших спортсменов для участия на чемпионате Национальной гвардии, которые пройдут в период 26 по 30 марта в городе Шымкент. Соревнования проходят в 2 этапа. Первый – ката. Главная задача спортсменов – правильно и грамотно выполнить оборонительные действия. Цель – поразить и обезвредить противника. Армейский рукопашный бой – одно из важных составляющих боевой подготовки солдата. Это универсальная система приемов защиты и нападения, сочетающая в себе элементы из арсенала мировых видов единоборств. В течение 2 дней зрители смогут воочию насладиться качеством подготовки бойцов. Поединки обещают быть зрелищными. В этом соревновании участвуют самые сильнейшие с региональной командой «Онтестек» с каждых частей. Наша цель – отобрать самых лучших и повести на первенство войска по рукопашному бою. Я сам занимаюсь рукопашным боем уже в течение 7 лет. Занимаюсь. Мои достижения в 2014 году я выступал по рукопашному бою в городе Ускамани, занял второе место. Моя цель – теперь занять первое место. Свыше
90 килограмм. Напомним, соревнования продлится до 6 марта, а самые лучшие спортсмены поедут защищать честь своей области на республиканском чемпионате. Он пройдет в городе Шымкент в конце марта. Алексей Цоя, Блэк Утыкбай, телеканал ЖТСУ, Таудакурган. У меня на этом все. Спасибо за внимание. До свидания.